Здорово. Миша, да? Оу. Так, я недавно говорил, что у меня появилось большое желание покататься, особенно в парке и на флейбокс попрыгать, поэтому сегодня у меня с собой парковый самокат. И я приехал в гавань, где на данный момент самый лучший флейбокс. Я думаю, мы чуть-чуть, так сказать, тряхнем стариной. Единственное, что я не раскатный, я уже месяца, наверное, 2-3 нормально не катался. О, сколько самокатеров. Смотри, какой красивый. Покажи футболку. Красивый, да, смотри, модель. Короче, да, мы запустили новые футболки. Вот такие, вот такие. Еще вот эти стикер-паки. Все есть по ссылке в описании. Самый лучший способ поддержать канал. Вы и так знаете. Ну что, пацаны, кто паркер, поднимите руку. Все, ладно, здорово, Леня. Вы посмотрите, всей тусовкой сегодня. Йоу. О, он легкий после стрита. А что так много людей в гавани сегодня? Праздник какой-то? Национальный день самокатинга? Ладно, что ты, Санчес? Бэк-ту-бэк? А чего столько дырок в гавани? А чё столько дырок в гавани? Санчес, ты маркер? Да, все, иди, иди. Да ну! Мэнул? Чё, мэнул научился? Да. Я понял. Нормально. Подожди еще раз, ты вот хочешь весь этот флай перелететь? Ну типа. Под бок. А? А, ты, а у тебя получалось? Почти. Давай заснимем. Прикинь, Визя будет весь фанбокс перелетать. Еще раз погромче. Говорю, Визя будет весь фанбокс перелетать, дед! А? Не долетел. Что-то тоже немного не долетел. Чувак? Дырки в раз. Где? Брат. Пойди познакомься, может. Не знаю. Интересно. Еще метра не хватает где-то. Я придумал, если он с крыши примерно в квотер катит, тогда, может быть, долетит. О, слон. Погнали, слышишь, Санчес? Погнали на флай попрыгаем. Погнали. Погнали. Короче, пришли с Санчесом на флай. Вот там сразу столько народа, вот там еще ребята тоже все на флай. Что-то не очень, да? Пацаны еще могут делать попытки, то ну я вообще, короче, не вхожу в эту тему, потому что вокруг меня сразу скапливаются там подписчики и так далее, и ну вообще без вариантов. Ладно, я хотя бы поснимаю ребят, как они пуляют в флайбокс, потому что, блин, ну, у самого было желание чисто на флай покататься. Чего? Когда флайбокс перелетишь? Я не хочу. Ну ладно, как я хочешь. Я хочу на грэп попробовать. Давай. А как зовут тебя? Максим. Максим? Да, Максим. Красава, да, да. Что самое классное можешь через флай сделать? Трёху бар? Бар, просто бар. А, просто бар. Ну, если сделаешь, я засниму. Давай. Что ты, Санчес, знаешь своего друга Паркера? Ладно. Не обижается ты. А что, ты не Паркер? Еле долетел. Капец, он плавный. Вообще. Супер плавный чувак. Руки мои. Вообще жесть. Блин, жалко, у меня футболок. Я бы ему футболку выдал. Чего? Вообще трет. А как он ушел пешком? Да он бы и на метро уехал, понял? Как он ушел? О, это минус колесо просто. Слышал когда-нибудь, как взрываются колеса на BMX-ах? Поэтому ты не заикаешься до сих пор. Да как он так вообще? А ты чувствуешь, насколько он без звука приземляется? Вот. Скажи, стой. А мануал. Тресок ноль, тресок ноль. Они у тебя супер мягкие, походу. Ты вообще супер плавно катаешься. Ну что, Лень, что скажешь?
я перелетать не буду. Не получается? Не получается, и я не Паркер. Ну ладно. А Санчес Паркер? О, Санчес, слышишь? А погнали, может, на этой попробуешь увезти? Пошли, я там. Давай. Трындец. Говорит, что после этого не Паркер. Воу-воу-воу-воу-воу. Почти, почти. Чисто присел бы, уставил бы на доске и все. Как и дырки можно сделать в Wi-Fi. A few moments later. Да отдохни, Эл! Отдохни! Жив? На пульте. Что за турецкий фингервип, Леня? Турецкий фингервип какой-то. Фингер на парк. Ты коленями решил себе в уши дотянуться. Третий, чувак. Серьезно, серьезно. Давай одну, если сейчас не получится, то в принципе смонтируем так, чтобы сразу все получилось. Так, все, 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 теряйся. Теряйся. Ладно, одно. Фух, я думал, придется уже оправдываться, да. Что ты скажешь, Санчес Паркер или нет? Я считаю, самый главный вопрос этого видео. Он Хонкер, не Паркер. Хонкер. Тоже с третьей. Так, и вот теперь один вопрос у меня, Санчес. Кто ты после этого? Паркер или стритер? Универсал. Да не-не-не, кому ты? Короче, все. Пойдем опять. Гуляй. По перилам гуляй. Пошли? Смотри, вон ту перилу. Вверх, а потом вниз. Нет, я... И все? Все, потерялся? Я вверх и вниз не сделал. Ладно, просто вверх, просто вниз. Пойдем на ту, сейчас лип на хил сделаю. На ту? Да, лип на хил, бар на бар. Оу. Сори. Жестко, слышишь? Жестко. Что за балетный ДС в конце? Ого! Чего, так с первого раза? Да, стабильно. Слушай, я, наверное, самый стритерский кадр за последние две недели сделал. Блин, давай один ретрай. Сделаешь один ретрай? Я понял, все. В принципе, прошлый кадр тоже нормальный был, я считаю. Можно его оставить. Все. Что мы скажем зрителям? Я не стритер и не Паркер. Кроме этого? Ничего. Значит, объясняю ситуацию. Мне написали родители подписчика, у которого сегодня день рождения, и спросили, могу ли я приехать и поздравить парня. На что я ответил, ну, как бы да. Поэтому сегодня мы пригнали в Борнский парк, где чувак по имени Миша уже отмечает свой день рождения. И более того, мы привезли ему самокатик. Довольно неплохой по сравнению с тем, на котором он сейчас катается. Поэтому я думаю, парень будет рад. Я просто не могу не заснять его реакцию. Кроме самоката, я ему еще взял вот такую вот футболочку и стикер-паки. Миша! Здорово. Миша, да? Да. С днем рождения. Сколько тебе лет? 11. Смотри, что тебе подарили. Ну что, хочешь, соберем? Да. Пойдем в парк. Какой у тебя размер футболок, покажи. Они две одинаковых, но разного размера. Ага. Смотри, какая тебе лучше по размеру, ты выбери. Вот самый заклеенный самокат в Украине. Вы зацените, пацаны, просто это... Вот это, кстати, стиль. Что-то было не стоит. Держи. Какие ты еще трюки делаешь? Я вот недавно вип научился и дроп... Ну, это все ты на этом скуте сделаешь. Вот, типа, если бы ты три випа флет делал, то, возможно, на этом тебе было бы реально неудобно. Что, будем делать самый заклеенный самокат в Украине? Да, конечно.
Да. Ну, закручивай, наверное, сначала. Топ, клин. Что в Борне зимы не был, у самого есть очень серьезное желание хоть чуть покататься. Чувствую, что сейчас развалюсь, наверное, но вот реально очень хочется покататься. Особенно в Борне. Хочешь также заклеить его или... Ну, примерно. Не, ну, пожалуйста, все в твоем распоряжении. Ты там клеишь? Да. Покажи, как обклеил. Ну, это не до конца, я ее чуть-чуть попозже, там через минуту где-то еще наклею. Самый заклеенный самокат, реально. Нет, это еще не самый, потому что... Что-то в этом есть, ладно. Ну, давай что-нибудь попробуй. А ты умеешь фейбл? А? Умеешь фейбл? Нет? А дропать просто умеешь? А? Правда. Смотри, а с фибла, например, умеешь? Ну вот, да. А я типа пытаюсь, но у меня что-то не получается. Не-н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 е. Короче, ты на фибл встань, а я тебе подскажу, как это делать. Так, смотри, в чем прикол. Сейчас ты, короче, я держу, ты никуда не упадешь, можешь не балансировать. Смотри, в чем прикол. Сейчас ты, короче, начинаешь сначала плечами чуть-чуть падать вперед. И смотри, доска в какой-то момент вот в такую позицию станет. И ты чувствуешь, ты можешь как бы сейчас встать на ней и подпрыгнуть, и не подскользнуться. Когда заходишь, постарайся больше... Вот так вот. Да, вот так вот. Вот. То есть, понял, смотришь туда, начинаешь приседать и плечи вперед опускать. Все, сейчас стой, сейчас ты уже упадешь. Лучше, ну, зайти и сделать, типа, с правильного захода. Воу! Воу-воу-воу-воу-воу! Полегче. Только ставь ноги шире на доске, потому что, ну, нормально, но ставь ноги шире, будет безопаснее. О, свифтов научил парня дропать. Пацаны, смотрите, простая тема. Становитесь прорайдерами, каждый, чемпионами Украины. И постоянно у меня в видосах сниматься. Знаешь, что я придумал? Можно попасть в команду? Надо Санчеза выиграть в скут. Тоже вариант. Выиграете кто-нибудь Санчеза в скут, сразу беру. Или Леню. Или Леню, да. Все, давай, Миша, с днем рождения тебя еще раз. Спасибо. С 11... Ты знаешь мем про 11 с чем-то летие? Нет? Ладно, потом узнаешь. Короче, блин, я уже, получается, какой раз? Ну, наверное, второй или третий раз в жизни залетаю на день рождения к подписчикам. И, если честно, для меня это больше праздник, чем мое собственное день рождения. Единственное, что, ну, я не всегда успеваю, потому что дел очень много. Но если у вас днюха в Киеве, пишите, возможно, возможно. Я не обещаю, маленькая вероятность, что я смогу, но если смогу, то я приеду с удовольствием. А на этом всем спасибо, пацаны. Оценивайте, подписывайтесь, комментируйте. Мерчуха вся в описании. Лучший способ поддержать канал, вы знаете. Смотрите, как модно. Пока. Spare.